Праздник обрезания Господня установлен в память о том, что Богомладенец, по ветхозаветной традиции, на восьмой день после своего рождения был обрезан, и при этом ему было наречено имя Иисус, что означает «Спаситель». Это имя было предречено архангелом Гавриилом, еще при Благовещении Деве Марии и ангелом праведному Иосифу. Само наречение этого имени является знамением величайшего служения Сына Божия, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Так Господь, являясь источником закона Божия, принял обрезание для того, чтобы показать людям пример, как следует исполнять божественное установление. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству крещения, прообразом которого он и являлся.